Да я разговариваю с ними. Иногда ругаюсь. Иногда ругаю его. Ну, отвечают так, как и должен отвечать, грубо говоря, если так можно называть. Я утрирую, конечно, но тем не менее. Как отвечает провинившийся человек. Я его ругаю, например, это изредка бывает. Я ж тебя столько ищу, ты почему раньше не отозвался? Ну, так же нельзя, ну ты ж посмотри, сколько людей ходит. Мы ж столько времени потеряли. Хоть бы чем-нибудь подсказал, хоть бы с собой железяку какую-нибудь тащил, которая бы на миник свистнула. Свистнет на миник, соответственно, это повод наклониться, дерн разрыть, чтобы, а там, глядишь, уже и косточки будут, останки будут. А там, глядишь, и вещь, которая позволит его идентифицировать. А сколько таких случаев? Что вы? Подчеркиваю, это иногда, конечно, бывает. А так, конечно, все по-доброму, да, по-нормальному, по-человечески. Потому что, понимаете, это в словах не обсказать. И самый нелюбимый, например, вопрос от журналистов для поисковиков, зачем вам это надо? Это самое нелюбимое. Вы можете услышать просто-напросто, что вас пошлют и все. Потому что, это штамп. Это точно такой же штамп, как, например, в операторском искусстве, например, взять резко крупный план, потом отъезд, и резким становится дальний план, а этот крупный разъезжается, его типа не видно. Это штамп, который, например, в новостных передачах очень часто используется. Ну, штамп штампом, это я понимаю. Например, снять книжку с полки. Ну, сплошь и рядом. Ну, а снимите книжку с полки. Да не только же я. Уже извиняются мужики, приходят, например, с городского телевидения. Ты уж прости, но надо снять книжку. А, понял, какую? Сегодня синюю или красную? Ну, давай синюю. Ну, точно так же и здесь. То есть, зачем вам это надо? Если не мы, то кто? Или задержал, обидно. Да, обидно. И опять же, если не мы, то кто? А действительно, а кто? В данном случае мы представляем государственное учреждение. Поэтому, если не мы, то кто? Государство. Мы государство. Мы государственное учреждение. И мы это должны делать. Да, с помощью молодежи, с помощью ветеранов, с помощью общественности, безусловным образом. Но если убрать государственную составляющую, тогда кто? Никто? Нет, так не должно быть.